Здравствуйте! Рады приветствовать всех любителей читать и размышлять над прочитанным. Сегодня сказку для вас прочтут Илона и Яна Грибанова, и я, София Несмеян. Сегодня мы решили прочесть известное произведение Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». Негде, в 39-м царстве, в 30-м государстве, жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владелий охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря со злости. Инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон. Что и жить такой тревоге? Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой, будет верно сторож твой». «Коль кругом все будет мирно, так и сидеть и будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется». Царь скопца благодарит, горы золота сулит. «За такое одолжение, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна. Шевельнется, встрепенется, кто в сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку, царство лежа на боку». И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» — говорит Дадон, зевая. «А, кто там? Беда какая!» Воевода говорит: «Петушок опять кричит, страх и шум во всей столице. Царь к окошку, Анна спится, видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего, скорее, люди накы, эй, живее!» Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ли, не было ли сражения, нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих, снова вести нет от них. Снова 8 дней проходит, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет ее к востоку. Сам не знаю, будет ли проку. Войска идут день и ночь, им становится не вмочь. Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он, вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, в круг шатра, в ущелье тесном, рать побитая лежит, царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина, перед ним его 2 сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их средь луга по притоптанной траве, о кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наши сокола. Горе, смерть моя пришла». Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслось. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась,
и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой вела. Там за стол его сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной и с девицей молодой, царь отправился домой. Перед ним молва бежала, быль и небыль разглашала. Под столицей близ ворот с шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он, в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посиделый, старый друг его Скопец. «А, здорово, молодец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Пойдь поближе. Что прикажешь?» «Царь!» — ответствует мудрец. «Разочтемся, наконец. Помнишь, за мою слугу обещал ты мне как другу волю первую мою, ты исполнишь как свою. Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу». Крайне царь был изумлен. «Что ты, старцу, — молвил он, — или бес в тебя вернулся, или с ума ты ведь рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего». «Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу», — говорит мудрец в ответ. Плюнул царь, так лих же нет. «Ничего ты не получишь, сам себя-то грешник мучишь. Убирайся цел пока, оттащите старика». Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом, по лбу тот упал ничком. Да и дух вон, вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Колесница полетел, и царь он на теме сел. Встрепенулся, клюнул в теме и взвился, и в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Яна, Илона, а как вы считаете, был ли прав царь Дадон? Наверное, нет, потому что вот он сказал, что он дал обещание, что сделает любую просьбу, но не выполнил это. Не выполнил эту просьбу. Яна, ты мне кажется, тоже, что нет, потому что если ты дал обещание, то нужно его сдерживать. Совершенно верно. Волшебник-старичок сделал царю выгодное предложение. Он подарил ему петушка, а взамен на него любое желание. Царь легко согласился на это. А в итоге вышло так, что обещание свое он выполнить не смог. А вы попадали когда-нибудь в ситуации, когда давали обещание, но не сдерживали его? Ну да, потому что иногда бывали ситуации, когда мы не понимали, что не сможем выполнить это задание. Ян. К сожалению, да, бывали такие ситуации, но это неправильно, так нельзя делать. А стоит ли от незнакомых людей так легко принимать подарки? Нет, это может быть каким-нибудь плохим обманом. Илона, а ты как думаешь? Мне кажется, что так же, потому что это может быть опасно. Нужно быть осторожным всегда, да? Ребята, будьте внимательны, когда вам предлагают что-то взять, а взамен не просят ничего взамен. И напоминаем, продолжается конкурс на лучший рисунок по мотивам русских сказок. Присылайте свои рисунки на адрес электронной почты телеканала «Кар-ТВ». Или приносите их в редакцию адреса по каналу. Улица Пионерская, дом 10. Все присланные рисунки мы обязательно покажем в нашей рубрике «Читаем вместе». Победитель конкурса будет определен в преддверии Нового года. Первые и последние рисунки будут отмечены специальными призами. Хорошего всем настроения и до встречи! Пока-пока!